Привет, друзья, с вами Влад и Соня. Привет. И сегодня она будет выполнять челлендж, который называется «Попытайся не испугаться». Суть этого челленджа в том, что она как бы будет надевать наушники, а я буду включать ей страшное видео. Значит, вот суть. Ну, я думаю, вы все поняли. Давайте начнем. Да. Что или кого ты ищешь? Это что за звуки? Мама! Так, ты выиграл. Я испугалась больше не от того, что мне было страшно, а больше от неожиданности. Мама! Значит, она испугалась, теперь я даю еще бан. Ай! Ай! Ладно, мы переходим к следующему видео. Сейчас что-то должно случиться, да? Да? Ну что ж, она не так уж сильно испугалась, поэтому щелбан я ей не даю. На этот раз хоть один раз прощу. Так, а мы... Вот следующее видео я запустил. Так, ну, как сказать, маленький щелбан. Как-то так. Но это было тоже не страшно, так что переходим к следующему видео. Не надо так громко. Так, Соня опять испугалась, так что я ей даю щелбан. Это последнее видео. Если хотите. Оно по-любому последнее. Так,
Это было последнее видео. Я опять и даю щелбан. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось такой вот челлендж. Если так, то ставьте лайки, подпишитесь на канал. У тебя есть канал? У меня нету еще, но я хочу создать. Ну, в общем, когда создашь канал, я оставлю ссылку в описании. А ты сможешь? Смогу. Ну ладно, всем пока. Ладно, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и также на нее потом.